В старых Апатитах на улице Жемчужной появились тюльпаны и бархатцы. Красивые клумбы в центре микрорайона – дело рук юных эколят из 4-й школы. В этом общеобразовательном учреждении с 2020 года реализуют программу «Зеленая улица. Жемчужина города». Помимо теоретических знаний, воспитанники эко-класса получают также практические навыки. Ребята сами выращивают рассаду и сами же ее высаживают. О том, кто им помогает, Народному рассказала директор школы номер 4 Апатитов Наталья Бравко. Ребята приходили, раскопали грунт, убрали корни. К нам присоединился в реализации этого проекта Пасфир. Они нам дали землю. А дальше подключилась вся школа. Ребята-малыши, их родители. Новая клумба на улице Жемчужной в микрорайоне Старые Апатиты называется «Эко-4». Расшифровывается аббревиатура просто – «Эколята 4-й школы». По соседству с этим ярким островком из 40 бархатцев еще один – из тюльпанов, разных сортов и оттенков. Это тоже в прямом смысле плоды труда учеников 4-й школы. Они принесли луковицы, а высадить их и оформить клумбу юным эколятам помогли волонтеры апатитского филиала МАУ и активисты движения первых.